3 июля, 33 года назад, Чебоксары указом Президиума Верховного Совета СССР были награждены орденом Трудового Красного Знамени. Тогда, в 1986 году, Чебоксарский горисполком возглавлял Александр Авершин. Город Чебоксары был удостоен такой высокой награды за большие успехи, которые были достигнуты в хозяйственном и культурном строительстве, в промышленном производстве. Барельеф ордена Красного Знамени и сейчас красуется на здании администрации города.